Привет, дорогие наши подписчики и зрители. С вами снова Артур и Артём. А всем привет. Мы начинаем играть во что, вы не поверите. Saint Row The Fourth теперь. The Fourth, да. То был The Fourth, это The Fourth. Короче говоря, мы наконец-то добрались до этой игры. Понятное дело, что могли и пораньше, но как вы знаете... Ну, как вы ничего не знаете, да. Лучше не знать, на самом деле. Артём, у нас сегодня вообще герой, я просто упоротый, потому что... И вашего ума дело, как бы. Что такое дерзкий слышишь? Слышишь, не базарь. Короче, ладно, погнали, а там посмотрим. Да. Судя по градусу упоротости, не знаю, я ее краешком глаза вчера видел, потому что Даша успела поиграть. Игра просто победа. Даже на третьей части победа? Победа на третьей части. Оули, счастье. Рассказывает про вознесение Third Saints. Сначала, говорит, они были хорошо известны. Нет, субтитров. Да, субтитры надо будет включить. Ну, короче, говорится про то, что они были бандитами, но в итоге из бандитов они стали реально... Святыми. Да, популярными, да? Там, торговым брендом и все дела. Короче, русская версия, насколько я знаю, она выйдет что-то в 20-х, что ли, числах сентября. Кому она нужна будет в 20-х числах сентября? 2K Games, они вообще просто, понимаешь, они идиоты. Они очень неуважительно относятся к российскому рынку. И зря. Просто вообще, зря. Им реально наплевать. Ну, нам норм, кстати. Да. Так вот. Но кроме того, говорит, что они были просто популярны, они решили стать еще лучше. И это, говорит, история про президента. Ой, ну, Red Faction Хищник? Нет. Это Call of Duty. Обожаю эту песню. Ты уверен, что это не засада, говорит? Ничего, говорит, не слышу. Микрофон дох. Ты чё, говорит, издеваешься, блядь? Извини, забыл, говорит, проверить батарейку перед тем, как поехать. Давай, говорит, мы уже просто начнем разбираться с делом. Да не задача, говорит, у нас разведка хорошая. Ты доверяешь этой девочке? Она одна из хороших. Олег сказал, что знает из ней КГБ. Если она с КГБ, значит, мне стало намного легче. Бёрд тоже с ней работала, она нормальная. Отлично бы, говорит, просто, чтобы нас потом в мешке не увезли домой. Блин, мне надо звук погромче сделать. Ладно, да потом. Потом. Пора. Чё там, чё? А чё это не твитил? Видел трейлер? Не-не-не. Вы, говорит, опоздали, нам нужно двигаться. Так ты, говорит, настоящий? Это контртеррористическая операция. Или просто какой-то беспредел пациентов. Аша Адекар. Следуйте за мной. Я, наверное, ничего неправильно перевожу, потому что я реально вообще... Я просто вообще никакущий, поэтому, Тёма, сегодня будешь меня подменять и будешь из-за себя, из-за меня говорить. No problem. Вот мы здесь. Я, говорит, не ожидал, что он такой деловой. Он знает, что какая ставка. Этот, говорит, ублюдок знает, как делать дело. Get shit done. Ещё льме, но мне напоминает Medal of Honor. Ну, это конкретный заказ под Medal of Honor сейчас будет. Черт. Я говорю, я первые где-то полчаса видел, я просто охренел, вообще ржал с тобой. Короче, у нас окно, говорит, 10 минут. Как там? В первой части мамочка, перевели во вторую. Мазер. Идиот. Пора двигаться. Бинокль оставили. Черт! Вернемся за ним. Это наш герой. Он крут. Опа, опа, оп, оп. Песня, Ля, та, я в шоке просто. Я, короче, еще больше денег в откровенный трэш пустили, поэтому это будет очень дорого и тупо. Согласен, и это радует. Ага. Нифига там ММА. Это парень. Нет, я не буду пропускать. Я не то нажал. Ладно, говорит, сюда пойдем. Такой бункер без палева. Не да? Без палева, да-да-да. Ого, здоровый, слышишь? Нифига. На спине надпись такая, Saint. Saint. Ладно, типа сват. Списьват. Списьват. ВТБ. Вот. Меня тоже беспокоили поначалу эти космические корабли. Кстати, теперь в заставках мы вдвоем отображаемся. Да, круто.
База. Наконец. Прямо идем. Наша разведка говорит, что... Прячься. Транспорт сюда едет. Подождите. Транспорт сюда едет? Ваша цель — это мать Миллер? Кинзи, какого черта, Кинзи? Мэтт Миллер — бриллиантовый хакер. Ну, то есть очень хороший бриллиантовый, говорит, бывший агент МИ-6. Окей, бриллиантовый хакер — это прошлое, говорит. Так. Так, options. Тёма. Ну, что за облом? А, Мэтт Миллер, подожди, это же... Это который в третьих Сейнтов был, там вот этот вот трон, там все дела, помнишь? Мэтт Миллер? Ну, нет, я просто... Что-то знакомо. По рожице узнаю. Вот... Единственное знакомое имя, которое это Кинзи. Кинзи, Шонди, на, тебе Бикс. Больше. Вроде играли только. И... ладно. Казнить тебя райзеров, батя. Давай, говорит, по-тихому их убьем. Ощущение, что они просто так реально говорят такие... Арабик. С глушителем UMP. На. Капец ты злобный. Вообще парень, как куда. Ты говоришь, почему связался с террористами? О, значит, он как, он же улетел там, его этот, Лючадор, или как его там звали? Я уж не помню. Давно это было. У меня вообще память на имя плохая. Главный злодей. В общем, отпустил его. Так, ладно, пошла жара. Твои справа, мои... Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! А, это моя бочка. Да, какого черта вообще? Короче, надо было, говорит, вас убить в Стилпорте, еще в Америке. Опять, говорит, он там монологами увлекся. Начало как обычно, то есть. Майас. Кто? Что вообще? Я не начало виноват. Не как обычно, поверь мне. Не, но все равно куча пафоса, какие-то. А, ну конечно, ты куда пошел? Операции. Вообще? Не знаю, тут что-то есть, может. Нифига. Ладно. А как там про эмоции проявлять? Или у нас пока нет этого? Наверное, нет. Сейчас пока тут все серьезно, какие могут быть эмоции. Да. Мы, кстати, включили Friendly Fire на полную, как раз чтобы. Да? Чтобы он сдох. Вали, вали их! For democracy. Кинзи, что происходит? Наша сторона, говорит, бомбит это убежище. Да мы же все еще здесь. Это же не я, говорит, бросая зомби. Просто скажи им остановиться. Делаю, что смогу. Быстрее работайте. Это пост. Так, а как там бегать по-быстрому? Левый. Какого хера? Вот так. Ты не проверил недословно. Не. Нифига. Здоровый. Пирс. Просто вспомни, как он в третьей части, помнишь? Да. Пирс! Пирс! А тут он прям раздает. Научился. Ну да. Казармы типа? Ну да. Типа того. Хватит лезть ко мне. Прицел. MP5 такие, пушки новые. На самом деле игра, знаешь, даже тот же самый город использует, так что все, на чем они поработали. Ну, графон, я тебе хочу сказать. Такой. Да. Давай, говорит, как, посмотрим, как ты справишься, мистер Известность. Ну, то есть... Да, как я запрыгнул? Нет. Вы очень близки к ракетам. А, мы не на Мэтта Миллера охотимся. В общем, он нам подсказывает. Вот. Воу-воу. Воу, я наверху постреляю. Я умею. Че ты можешь? Как приседать? Не помнишь? Приседать, по-моему, левый стик был. Стик? Да, у него на левую пипку жмешь, и все хорошо. Да спокойно, все будет как надо. Ноль патронов из бесконечности, офигеть. Ты убил? Ноль из бесконечности. Красава. Ноль из бесконечности, да. Давай. Тыщ. Get in position. У тебя есть субтитры? Нет. Черт. Вообще, да, есть. У меня нет. Давай в position, ты встал? Я встал в position. Вот, смотри, бридж. Medal of Honor Duty Style.
Чувак просто сидит, короче. Ему затылок выстрелил, на стуле сидел, спиной ко мне не шевелился. Ой, и все это в слоумо, это пафосно. Да, начало, конечно. Получи. Это тебе дали. Ты в порядке. Фига она дает. Крутая баба. Руку дай. Фу, блин, это реально прикольно вообще. Согласен. Давай. Спринт, 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 спринт. Are you coming? I'm coming. Вот и он. Давай за ним. Ты до сих пор глупый ребенок. Нет. Конечно. Сейчас тебе глупый ребенок повешает. Я его помню, да. А может это же он и есть, нет? Это он и есть, да. На, скотина. На, получай. Тебе. Это я нажимаю QTE, ты нажимаешь QTE? Нет, я просто сижу и носу ковыряюсь. Иди сюда, вот ублюдок. Оу. Нифига. Я от вас всех святых раз и навсегда от вас избавлюсь. Не. Охренеть. Не, по самому, конечно, качество. Учитывая то, что они бухают каждый день и курят дурь там какую-то. Вы, говорит, отсюда не уйдете. Хорошая физподготовка. Ну, ты... Говорит, сразу сдавайтесь. Конечно. Та-дан-та-дан-та-дан. Короче. Точно. Че, я валялся в шлюзах. Он запустил боеголовку. Надо бежать. Ох, он был крут. Ну, не знаю, побежал все. Ну, ладно. И сейчас смотри. Ракета, говорит, вылетает. Вашингтон. Что вы делаете? Босс, жертвуй собой, чтобы спасти нас все. Это наш последний шанс попрощаться. Вот, смотри. Цепляйся за нее, поломаем там походу уже. Эрис Смит? Окей. Это реально круто вообще. I miss you, baby, and I don't wanna miss friend. Я ползу. Ползешь? Я тоже ползу, да. Я помню, когда мы первый раз встретились. Я была просто девушкой. С дредлоками, а ты видела во мне больше. Я не понимала всегда твои методы, но я бы не хотела за кем-нибудь другим следовать в битве. Ты вырубаешь? Да. Вырубай. Эрис Смит вообще, keep up team. Ты говорил, эй, Пирс, как бы тебе стать лицом Сейнтов? Чувак, я буду скучать по тебе. Да. А блин, сколько мог. Бэк Миллер тоже прощается. Как у того чувака звали, что через микрофон говорил? Мы, говорит, с тобой только познакомились, но ты, говорит, вроде нормальный. Тоже прощалась для парня. Боеголовка отключена, но все еще двигается. Dead Space. Босс, ты прямо под... Yeah, да, это было пафосно. Это вообще шикарно было. Я ничего не понял, что происходило на самом деле, но это было офигенно. Смысл? Saints Row. Че, издеваешься? Вот так вот. Землился. Мы и стали президентами. Вдвоем причем. Zero Saints. Матричная. Third complete. Уважение Америки получено. А, разблокировано. Халуе. Президентство Соединенных Штатов разблокировано. Нажми все кнопки, чтобы начать глобальную термоядерную войну. Конечно. Бенджамин Кинг. Бенджамин Кинг открыт. Бенджамин Motherfucking King. Motherfucking. Вице-президент Кит Дэвид. Кит Дэвид? Черт, это тот чувак, который озвучил Андерсона в Mass Effect. Япона мать, так это тот чувак, который... Это тот чувак, который... В Риддике. Имам в Риддике, в черной дыре. Блин, это круто. Вице-президент-советник. Нихухры-мухры! Это, блин, крутой чувак, на самом деле. Так, ну сейчас, по-моему, мы будем создавать персонажа. Все, дальше я не видел. Так, выбираем... У тебя тоже несколько обложек? Да, да. Это типа создание уже, да? Да, и сейчас попадаешь в создание стандартное. Я не думаю, что я буду больно делать такое смешное, у меня бы начало охота. Что-нибудь. Что-нибудь такое. Кавказ здесь даже есть. Это вообще-то европеец считается, у них так пишется, кавказин. Ну, то есть, ты понял, господи.
Темнота. Темнота. Скачка это банально. Ну, они либо качки, либо жижные. Тут два типа тут дрыща. Дрыща, смотришь. Я такого. Да. Эй, значит, нормально, кавказианца. Конечно. С красной. Сначала прическу, конечно. Как же без прически-то? Какой он такой? Блин, я бы шварцов хотел создать. Все хотели. Но. Я хочу Робин Хагейду. Че ты так сказал? Куда ты меня послал? Как он меня звал? Идиотская прическа. Где мой дреды? Мой дреды. Мой дреды. Хиспаник. Секс. Фимейл. Новую прическу я тогда добавил, еще упорить старик. Сейчас вызови. О, господи. Ну, да, ну, попустить. Так. Окей. Так. Ну, на лице у Шварца ничего нет. Серьезно, ну, пока. Долго ты похож на Шварца, по сути. Только челюсть нормально вперед выдвинуть. Чтоб говорил. Так, где там Джо? Челюсть. Не, я сейчас не знаю, брутального воина. Ну, хуба, только квадратная челюсть — это судьба. Подожди, нет, это получается тогда. Ну-ка так. Мауф. Это, по-моему, не то. Что? Да, я все нормально. Шварц не получается. Беда. О-о-о! Оно. Обожаю, если я тоже такое трещу бороди. Подбородок, может? Нет, подбородок. Та-т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 а-
Не на люди же. Я не знаю, как челюсть вперед выдвинуть. Черт, я что-то не то создал. Я вообще создал, но не хотел, как всегда. Рейс. Подожди, нет, это... Нет, это не то. Так, он на Тома кукурузы больше похож. Том кукурузы. Видите, кукуруза! Мы раскидываем его на лью! Кранхолио! Кранхолио! Точно, да, да. Нормальный такой. Да, что на волосы, по-моему. Вот, хорошо. Брови это какие-нибудь шварцовские есть? Вот это более похоже на шварцовские брови. Так, что еще? Поделаю еще как-нибудь билд, посмотрим. Чтоб совсем шварцел. Вот такой. Шварцел. Ну, ты ошварцел, пока не видишь. Очки осталось надеть. Так, персоналити. Голос. О, остался ирландский голос. О, голос Нолан Норта есть. Знаешь, что такое Нолан Норт? Нолан Норт? Да, это, допустим, Нейтан Дрейк или Пингвин из Бэтмен Арким Сити. Я вообще очень прикольный человек. А еще он, по-моему, озвучивал. Блин, он как озвучивал. Слушай, Нолан Норт это тогда по моей части. А, теперь смотри, теперь голос можно выбирать этот еще высоту его. Вообще, я не знаю зачем. Вот так что. Эй, Сентура, пой детектив. Комплимент. Хей, хей. Как дал, короче. Ой, мне этого не хватало. Блин, все шварцовки. Я такой Майкл Джексон, что мне больше ничего не надо. Ой, на улице, если слышите посторонние звуки, то это так и должно быть. Это все в игре. Конечно. Вот, и... Все, кто-то закрыл. Кто-то закрыл окно. Ну-ка, фигня грузится. Нет, какая фигня грузится? Я готов. Старт геймакса. Сейчас, подожди. Сейчас, я только шварцу выберу какую-нибудь позу тогда. Шварцовскую. Во, прикольно. Во, прикольно. Все, окей. Теперь я похож на Шварца. А ты хуй? Я похож на хер. Ну, тоже бывает, что. Что ж поделаешь? Я тоже брутального создал, если что. Пять лет спустя, господи, зачем? Да, не любит проблемы. Что-то, короче, они его достают. Ну, президент что-то шмаль курит. Нормально у него овальный кабинет такой. А протеин, говорит, проблема, а это не проблема. Мы ж ногами смотрит, черт. Воу. Ого, прикольно. Ты же, говорит, директор по связям. Пирс, директор по связям? Тот самый тигр. Отвали, говорит, отсюда. Короче, он идет на пресс-конференцию. Арнольд Шварценеггер. Все-таки он смог стать президентом. Народ бухает, курит. Нормально такой предвыборный тигр, штаб. Он тот самый как раз. Которого мы возили на заднем сиденье. Такой, Кися! Да-да-да. Точно, да. О, говорит, Кит, хоть он может новый. Кто? Ты? Ты. Ну, конечно. Конечно. А ты нет. Я нет. Get out from my role. Кит Дэвид, я его узнал сразу. У нас, говорит, не хватает финансирования сразу на два закона. Ты, говорит, что хочешь выбрать? Вылечить рак или
Что там? Let, let them get... Чё, кошек? Get... Типа кошек на корм? Я yeah. хочу кошек на корм. Хороший выбор. Кит Дэвид, реально. Кит Дэвид, да. Кит Дэвид, чё ты хочешь, Кит Дэвид? Короче, кошачий корм мы выбрали вместо лекарства от рака. Такие реально бруталы, капец. В первой части у нас похуже было. Да, намного. Если, говорит, ты думаешь, что ты со своим прошлым сможешь стать президентом, я, говорит, могу сказать что-то там бла-бла-бла. Короче, обидные вещи, говорит. Так, ударить его по яйцам или ударить в голову? Что ты выбираешь? Я ударю в голову, потому что по яйцам при всех как-то подло вообще. Окей. Чем? Куда там? И музыка такая играет вам. Ту-ду-ду-ду. Президентская. А. Че, говорит, все еще? А, ты там что-то насчет тенниса? Ммм, кого-то себе для тенниса. Я тоже хочу пару ракеток кинуть. Вот смотри, там Олег был в этом. Ага, вижу. О, Том Круз. Да. Местный. Так. Тайм оф борщ. Че, мы будем тусовать или мы уйдем? Петушек этот. Ты знаешь, на кого похож, кстати, Тёма? На кого? На Мастер Ти. О, смотри, там Олег стоит. Баракус из команды. На! Я, говорит, твой любимый фанат, на! Хорошая работа, Олег. Мастер Ти. То есть, как будто у нас, короче, тут сейчас судьба решается, музыка такая. Ну да. Тоже залипла там. Вы вырвали слова президента из контекста. А какой правильный контекст? Я патриот сейнтов из Америки. Что ты говоришь про то, что он главный? Хороший, говорит, вопрос. В общем, ты от того, что стал президентом, и я, соответственно, мы от этого себя лучше вести не стали. Что-то там чушь несем, всех посылаю на три буквы. Они, кто-то вернулся и рассказал Шенди, что им не поверят, когда они вернутся. Похоже, говорит, что нас атакуют пришельцы. Это очень серьезно. Да. Сиськи. Я, кстати, уже 15 минут сижу, пялись. Кинзи рассказал про это. Когда ты, говорит, вообще его воспринимал Кинзи всерьез? Икском. Магнито? Плачь, как магнит. Да, так и. На одну сторону. Это Кинзи? Да, разные человеки, говорит. А почему ты видишься на пару секунд раньше меня? Перевод. Потому что. Я не слышу половины, как бы. Дамы и господа. Не время бояться. Не знаю дальше. Время праздновать. Сегодня самый лучший и яркий день для вас. Вы нашли спасение в империи Зир. Конечно. Да, свидание. Я умнее, чем все эти люди. Хорошо, я, говорит, тебя возьму. Ого. Защитите президента. Я, говорит, люблю твой запал, дорогуша. Я Зиняк. Рад познакомиться. Покатаешься со мной? Сиськи, Шонди. Кстати, я реально вижу все на секунды 2-3 раньше тебя. Да, я уже понял. Бывает. Понятно. Ну, видимо... Okay. Причем ты хост именно. Да свали ты, говорит. А вон ты там бегаешь. Да сейчас я. Добраться до вольного кабинета. Вот это охранник типичный такой. Мистер Президент. Воу-воу-воу, полегче. На, поедь. Инопланетяне, что ли? У тебя есть пистолет? Да. У тебя что, нет? Нажми кнопку Б. Есть? Слава богу, ты в порядке. Где? Ну что ты делаешь? Короче, нам войну объявили. Нам объявили войну. Нам. Воу-воу-воу. Хорошее рассовывание кабинет. Дезинтегратор 5000. Где? Где дезинтегратор? Я хочу дробовик. Можно же сразу много брать, я так понял, да? Я надеюсь, иначе есть смысл. Окей, да, у меня тоже есть. Эй, защитник. Во, вот мой размер. Сейчас.
Что за... Ооо, Rocket Launcher. Причем нехилый такой. Да. Так, нет, я Шворц, я буду бегать с шотганом. Шворц вообще совсем подряд может бегать. Ну да, с ракетой. Воу-воу. Какого кера? Кит! Кита забрали. Кит Дэвида? Чёртов Mass Effect. Как Mass Effect. Почему упор-то игра? Смотри, какого чёрта происходит? Там убежал уже. Упоротость. Пагни, пагни. Пирс, нам нужно двигать отсюда. Спасай себя! А не нахер меня спасай! Воу, сколько вас тут? Да, на, получи! Мандалоры долбаны. Мандалоры, может? Нет, я сейчас хотел сказать мангалоиды. Потом вспомнил про пятый элемент. Мангалоры. Ох, а что меня так кратит? Редко, а ты меня совешь? Вот это аппарат! Чё это? Я хочу. Сейчас этот дезинтегратор 5000, я думаю. Ой, я только что... Кто? Я только что убил нашего телохранителя. Он говорит, я делал это для тебя. А, смотри, это эти термопилы из третьей части. Неплохо. Воу, что там происходит опять? Что-то Машу забрали? Машу забрали. Маша. Можно Машку за ляжку. И Казу на лазу. Машу Каслом не испортишь. Машу Кас... А, окей. Смотри, каким Каслом. Фрэнк Касл, в смысле. Тебе я, каратель. Офигеть. Вашингтон in trouble. Да сколько их тут? Берти Эрди. Активирует, говорит, систему защиты. Ого! Офигеть! Блин, это реально упорото, по-моему. Да, получи! Halo Reach! Heavy Man. Кому чё? Нифигашка их тут навалил. Ладно, ещё бы попадать по ним. Да на, получи. Кстати, с ракет вообще нереально что. А ты на такой же сидишь? Да. Сразу две штуки. Я их замечаю в последний момент. Одной как бы много было. Капец, у меня там руками машет. А вон они внизу. Пью-пью-пью. Капец. На, получи. Вон они еще долетают. Они долетают, Тёма. И долетает. Офигеть, галага. Надо мазерщип мочить. Да нет, я буду уничтожать Эллинс. Пиу-пиу-пиу-пиу. Капитан Кирк. Черт. Охереть. Они взорвали монумент. Да? Воу, точно. Эпика перебор, по-моему, over dark 9000. Я это самое радугой. Кончилось, но видел испуганного Шварца? Я спугнул моего Мактавиша. И так будет с каждым зеленые человеки. Добро пожаловать на землю. Мать вашу. Ого. Чё, говорит, вы так убираете, говорит, с моей... газона, сукин ты сын. Чё, говорит, вы, люди, никогда не сдаётесь. Не думал, что сам стоит. Приветик. Добро пожаловать на борт. Так, ладно, драться. Давай. Я покурить. Дай ему щит. Не. Как удар по малорожке. So fast. А чего такой you спокойный? Ugly motherfucker. Давай хищника делаем. Не получается. Вот, давай. Молодца. Come on, kill me! I'm here! Do it now!
What are you waiting for? What the hell are you? Think you could stop me? Ты думаешь, ты сможешь остановить меня? Такие фразы не избиты. Ни разу. Is there anything more charming? Понтуйся, понтуйся. Оп. Оп. Че-то, по-моему, это плохо будет. Fucking ass. Че, ты мне своей бравадой до смерти, что ли, напугаешь? О-хо-хо. Я говорю, с радостью тебя буду ломать. Мне это достает удовольствие. И что, все? Game over? Game over. Как говорится, о. Ну, это было... Да. Не знаю, у меня с самого начала вот эти вот космические корабли на всех вот этих загрузочных экранах смущали. Вот чего-чего, этого я не ожидал, честно говоря. Я ожидал упоротости, но, блин, космические корабли, окей. Ты пойди, пойди. Иди вперед. Именно серьезные люди, которые не понимают вообще, что с ними происходит, да. Вот, смотри, это же это котик. Мы в рекламе. Тот самый котик, за которого мы в рекламе. Это бюро XCOM Declassified. Ты играл, кстати? Да, я первый взгляд делал. Игра охеренная, но очень бюджетная. Короче, на один раз. Хорошая игра. Я хочу ее. Тарин-тан-тан. Как класс. Оставьте это святым. А почему я пешком иду? Я тоже хочу. Какого черта? Смотри рекламу. 50-х. Че за окном? Дома 50-х. Город 50-х. Слушай, там кто стоит. Человек из 50-х. Где? Да там вон женщина из 50-х стоит. Иди поговори. Человек или женщина? Это 50. А, ну да, извините. Женщина. Я говорю, что завтрачек сварганила. Да, но... мы вместе кушаем. Сосед говорит, через улицу переехал. Ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном. Вот такая улыбка. Какой-то Дэвс, говорит, приезжал. Я, говорит, его не узнал, поэтому сказал уйти. Поэтому я его послал. Вот мы покушали. Возьми, говорит, газеты с улицы. Конечно, дорогая. Конечно. Это задний дворик, господи. Как выйти? Так вон же, вон из этого указатель дурка. Есть. А я еще туда схожу. Как класс. Нет, там что? А мне ничего. Каждый раз так выхожу. Привет, сосед, привет. Раз мы схватим газету. Привет, подружка. Привет, подружка. Что происходит в мире? Ты нажимаю. Что ты делаешь? Совсем не пропало, я у тебя, потому что ты мне так и надо. Готов встретиться с людьми Стилпорта. Есть машину? Get in the car. In the fucking car. Правый триггер аккуратненько газовать, левый триггер аккуратненько притормозить до стоп-сигналов. Черт, меня сколько вообще. Аккуратненько. Я тоже президент, я тоже имею право поехать. Прикольная машина, смотри, такая мафия 2 вообще. Да. Они говорят, им не терпится тебя увидеть. Кому? Я жму сейчас на всю, на самом деле. Это ты видишь? Да. Я вижу, ты видишь. Я попробовал. Я не могу понять, что происходит. Чем ты говоришь? Не волнуйся, мы почти приехали. Бредни Спирса. О, прикольная песня. Блин, такой райок. Что происходит? У меня двери нарисованы. Почему по машине? Они не нарисованы. Ты сейчас будешь выходить и увидишь, что они просто обведенные. Well, так, всем привет. Что происходит? Какого черта? Это Кев, в очках главное. Мы должны идти и махать. Ох, бред. Тём, посмотри на меня. Вместе встанем это, и друг другу помашем. Привет! Привет! Хватит трогать меня, я залоб. Сиськи.
Что с тобой? Можно, говорит, вас сфоткать? Большое спасибо. Публика ждет. Я ни черта не пойму, если честно. Ну ладно. Просейд Джоин добавил меня в друзья. О, господи, наш президент! Привет, как вы? Матрица. Какого... Это агент. Здесь, говорит, не разговариваем на матерном языке. Saints Row. Где смысл? Saints Row. Реально испуганный морд. Да. Сильный апокалипсис. Шварценеггер. Врум-врум-врум. Что ты в машине? Я поехал. Ты главный, давай. Веди куда-нибудь, езжай. Так я нажимаю, ничего не происходит. Алло. О, Кинзи связалась. Лау. Кинзи. Уже скорость максимальная вот этого. Мне еще слышится что-то? Наконец-то. Слушай меня, нет времени объяснять. Тебе нужно выбраться. Но я свободен. Это все нереально. Вам нужно остановиться. Я веду машину. Рядом парк. Направляюсь туда и дай мне секунду. Блин, тачки такие. Если это максимальная скорость, может быть. Окей. Гашетку в пол, ну фига. Приготовься, приготовься. Оу. Короче, нас подключили к матрице, как говорил Мотус. Добро пожаловать в матрицу. Так, kill the cops. Я... Окей. Все началось. Хорошо. Именно за интро начал. Ага. По что ты меня бросил-то? По что бояра меня убил? И по что? По песок там едет. Я бросил, чтобы разогнаться, да, хорошо. Да, конечно. Обманывать меня тут будете. Естественно. Хорошо, говорит, так и поступай. Симуляция, говорит, пытается сопротивляться, но ты, говорит, продолжай в том же духе. Менты! А это ты? Окей. Ага. Не. Полетел. Рэгдол какой-то упорный просто. Как и в третьей части. Временами физика только у меня так странно себя ведет. То есть временами я не могу сбить кого-то. Что это? Это нет, это не у тебя. У тебя тоже такое есть? Да, да. Это типа матрица сбоит, да? Видимо, да. Видимо, так и предусмотрено игрой. Хорошо. Мы убьем этих копов, нет? Сколько их тут еще? Ты где вообще? Да недалеко. Недалеко. Killing Cubs! Дам. Я хочу их просто уничтожить. Прикол. Да блин, зачем ты его убил? Я только начал. Я не убил тебя. А здесь целится потяжелее, чем... Нам что ты делаешь? Тёма! Чем где? Чем в третьей части? Yes. Yes, I do. Как? Да господи, сколько еще их нужно убить-то? Я убил женщину. Первый раз, что ли? Не. Вот это я его подкинул. Не? Как творить? Добро? ММА. Нужно, говорит, больше, сильнее. Так. Stronger. Faster. Faster. Идите в парк. Ты идешь в парк? Yep. О, подберите ракетницу. Парк, ловушка. А, мы уже парк прыгать. Ого. У меня нет ракетницы. Ну как, у меня надежда на тебя. Вот ее тут дают, в центре парка. Иди просто и возьми. Ой, слушай, мне так дали, я даже не наехал. Блин, у меня сейчас какой-то... Ааа, зато я попал, что ты туда. Простите, секунду, пожалуйста. И чуть-чуть, у меня просто вообще невозможно. Что? Сейчас я чувствительность чуть-чуть убавлю у меня, потому что какая-то дикая. Это, ну, видимо, Даша, когда играла, очень, она все испортила. Очень чувствительный просто. Ну кто там еще? Во, сразу целиться стало удобно. Эй, кто-то... 1500 миллиардов дали. Ну да, это нормально. И аптечку. Опачки. Какие попочки.
И попочки-то что вообще? Вообще в рифм просто складывается. Пальчик. А, тут же тоже так прыгать можно. Как аватар. Аватар. Ты плох со здоровьем. Нет, это не так. Вот. Вот теперь ты умер, да. Это не профессионально. Зато... Да. Здесь какие-то реально такие крестики, как я не знаю это. Здоровье, Хелса. Симуляция, говорит, начала рушиться. О, нет, подожди секунду. Кензи, что происходит? Сад! Дэмит! Че ты встал-то? А, ладно. Оп! Ты не заработал миллиард долларов, вот миллиард долларов. О, подожди, там же стоит заправка. А чё мы тупим? Действительно. Ау. Заправка, как обычно, в постели. О, это агент. Нет, это в натуре местные агенты. Так он какой-то... Опа, па, слышишь? Оборачивается от ракет, видал? Run, Neo. What is he doing? He's beginning to believe. Ну и дурак, говорит. У меня плохо с головой. Ну это факт вообще. Да блин, ты сдохнешь, нет вообще. Убей его, убей. Don't you have a fucking dime? Да, он... Все, готов. Матрица... Потекла. Не. Потекла. Ну окей. На. Девушка, у вас матрица потекла. А это все это он наблюдал. Это скотина. Ты в нашем списке. Я впечатлен. Ты где? А, черт. Я должен понимать, что для такого социопата, как ты, такая мирная деревушка никогда не будет правильным местом. Ты пытался убить меня и переспать со мной. Чё? Окей. Вопросов нет. Давай, говорит, я буду с тобой. Я архитектор твоей реальности. Я построю, что ты хочешь. Уничтожу, что я захочу. И твоя бравада ничего не значит. Окей. И вот он, Стилпорт. Нет. Нет. Это ментальная проекция виртуального я. Ты что сказал только что? Это определение матрицы было вообще-то. Бежать не научное. Ты принадлежишь мне. Более приятно. Я, говорит, тебя в новый дом помещу. Ты пытаешься снова убежать и уничтожить твою планету. Жалкую планету. Да. Ну ты попал ты в нашем списке. Опоссанную планету даже, я бы сказал. Господа, говорит, вы все виноваты в преступлениях перед Зен Империей. Сегодня ваш счастливый день. Сегодня вы будете частью новой программы освобождения. Базаны. Кому он рассказывает, ну, вообще нас? У вас, говорит, всего одна цель – покарать президента Соединенных Штатов. Короче, не стражи этой симуляции. Да, можете играть с этим миром. Делайте, что хотите. Абсолютно все. Оставьте, говорит, пленников живым только. Я хочу, чтобы он сломался, но не умер. Конечно! Как будет сказано, господин. Это как в Бэтмене. Идите, говорит, и пусть все будет очень плохо. A pleasant day complete. Нет, это круто. Проблем. Короче, вообще ахинея зашкаливает. Ну, так и надо. Over 9000, короче. Ну, и сейчас я... Это каждые 4 секунды. Не знаю, у меня вся четко уже открыта. Теперь я где? Президент, слышишь меня? Да, я слышу тебя. Расскажите, как я тебя слышу с тех пор, как у меня... А, как, Игорь, я вообще слышу, если у меня телефона нет?
Это, говорит, симуляция, поэтому ты можешь меня слышать откуда угодно. И орать, говорит, не обязательно. Как, говорит, мне выпуститься отсюда? Ты, говорит, пока ты застрял. Иди, говорит, и купи себе пушку. Это тот самый... Спи... Украсть машину. Подожди, это тот самый дом? Я вот тоже посмотрел, да, похоже, да, похоже. Ну, и чё? Давай, может, на и этом... И чё, закончим, да, закончим. Как раз первую серию. Потом уже начнется, я так чувствую, вторая реальный серия. Saints Row. Не знаю, пока что по вступлению могу сказать, что они там реально этот... ВКонтакте в группе видел, короче, картинку «Разработчики Saints Row 4». Там два такие эти, сдаешь молодежь, там есть наркоманы такие. С дредами там что-то. Да-да-да, вот эти, короче. И это очевидно, по-моему. Игра реально крутая, это офигеть, блин. Я не знаю. То есть понабрали оргазмирую. Клише из всех фильмов, на самом деле. Лучшие взяли из всех. И, блин, это круто, на самом деле. Да, короче говоря, увидимся в следующей серии. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока. Goodbye.